Александр, а где вы взяли такую мантию, царскую красную мантию, в которой вы выходили на матч? Сейчас. Корону? Это, по-моему, кто-то шил. А, то есть вы не в ней приехали? Я в ней хотел уехать. Но забрали обратно, да? Не, если вы... Метро бесплатно. Да. Мне намекали, говорят, езжай домой в ней. Я поехал бы. Ой, слушайте, это шоу. Одно хоккейное сейчас было, сейчас футбольное, поэтому все прекрасно. Но вам где больше понравилось, на хоккей или на футболе родном? Ну, мне и там, и тут понравилось. И там, и тут, потому что все-таки мы в этом участвуем, но участвуем немножко в Европе, да, поэтому сейчас здесь. Поэтому... А в хоккейный первый раз. Поэтому... Был поражен, потому что хоккей, сам дворец такой, атмосфера была шикарная. Из-за этого больше. У вас, я так понимаю, есть небольшое сожаление, что будь вы игроком, и если бы были такие мероприятия, вы бы тоже, я думаю, зажигали бы той своей командой. Да, однозначно зажигали, мы так вспоминаем, что мы немножко застали, но у нас формат немножко другой был. Да, я помню, во Франции раз участвовал, потом в Испании несколько раз, там немножко по-другому было, в плане того, что там как-то более так галоматч, не такой, не шоу, да, не 4-5 на 5, да, такой более формат такого игры, там народу, конечно, было много, там в Мадриде часто проходило, там 100 тысяч, ну не 100, там Мадрид сколько вмещает, я уже не помню. На Сантьяго Бернабе. Да, Сантьяго Бернабе, да, играли там команда звезд против другой команды звезд, это было, там, два или три раза участвовало. Но ваше-то поколение, наверное, поартистичнее было, да, Александр, чем нынешнее? Вы могли танцевать в ночных клубах. Позвезднее, матч звезд, поэтому у нас много было. Чего не хватает нынешнему поколению? Что было у вас? Ребята все есть. Ребята все хорошие, есть? Талантливые, все есть. Конечно, все есть. Посмотрите, какие у них возможности играть. Нет, есть много хороших ребят, поэтому я думаю, что... Тем более, они все молодые, у них впереди, сами понимаете, там, меня 20 лет, там еще кому 19, у них все впереди. А у нас уже все позади. Ну, смотрите, у вас не было вот того, что сейчас есть у нынешнего поколения футболистов? Ну, даже элементарно взять бутсы, экипировка, вот это все. То есть это же было реально на вес золота для вас. Было, просто у нас не было такого количества, да? Ну, я застал времена, когда не было ничего. Да. Застал времена, когда уже стало все появляться, и все это было. Конечно, просто сейчас намного больше этого. С другой стороны, все равно же я же всегда говорю, что ворот одного же размера меньше такой же, как был раньше. Да, он не меняется, он не поменяется никогда, поэтому все равно же зависит отсюда и отсюда. Так что... Как вы, устали от учебы или сила есть? Нет, конечно нет. Просто у нас все это разбивается по модулям, да, по модулям. Поэтому у нас следующий, по-моему, будет, по-моему, в конце января, что или феврале начали. Да, потому что сейчас зима, мороз. Так что так, нет, нормально все, к этому относится нормально. Еще раз говорю, то, что все мы футбольные люди, мы их воспринимаем. Иногда даже чересчур близко к сердцу. Вы стали по-другому футбол смотреть после того, как начали обучение? Нет, конечно. Раньше смотрел так же, сейчас смотрю так же. Да нет, конечно, все. Я же говорю, еще раз возвращаюсь. Правила те же, мяч тоже, ворота те же, никогда. Все это так и останется. Было до нас, когда мы были, и после нас так все останется. Поэтому здесь ничего выдумывать не надо, придумывать не надо. Все отлично. Вот. Скучаете ли вы по Александру Мостовому, который выходил на поле? Да, много. Да, бывает. Когда, в какие моменты? Когда смотрите футбол? Ты знаешь, не когда смотрю футбол, а когда, скорее всего, когда что-то рядом с футболом. Например? Ну, вот как сегодняшнее мероприятие, да, вот как было хоккейное мероприятие, матч звезд сейчас тоже был, да, и вот эта вот вся атмосфера, которая вокруг, да, потому что на поле, ясно, что на поле было, есть и будет, так как всегда было, да, ясно, что уже не вернусь, а вот, может быть, немножко не хватает этой атмосферы. Когда вы вышли сегодня на поле и первым же ударом забили мяч, тарелочку, слушайте, ну это же мастерство. Один, да. То есть Быстров вышел, разулся, но не забил. Ну, поэтому с тобой оставался. Сколько раз после тренировки, когда вы играли, вы оставались и били раз по мячу? Всю жизнь. Ну, честно сказать, вот это соревнование, если назовем так, да, это, в принципе, все из детства идет. Я в детстве день и ночь вот таким воротом без мишени бил. Сам.
самое сильное, что интересно было, когда никого не было, я бил мяч, если не попадал, он уже улетал, я бежал за ним, возвращался и бил. Поэтому я бил потом штрафные миссии. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провалов в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозиты, мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 7-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или какого-то...